Спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» набирает свою популярность среди жителей муниципалитета. Сотни школьников и студентов сдают нормативы в надежде на получение заветного золотого значка. Теперь в этой эстафете принимают участие и взрослое население Анапы. Многие с удовольствием звонят, регистрируются, потому что сперва, конечно, чем затруднено, то, что необходимо населению сперва пройти регистрацию, а потом уже, согласно ступени возрастной, мы, естественно, их приглашаем на то, чтобы сдавать нормативы ГТО. Ну и, конечно, хочу сказать, что выпускникам это большое подспорье, потому что от 1 до 10 баллов по решению вузов, в общем-то, это дополнительный балл при поступлении в высшее учебное заведение. Это тоже, я думаю, что это важно. И сейчас у нас и задача такая, прежде всего, конечно, чтобы тестирование прошли все выпускники 11 классов. По итогам осеннего фестиваля золотых значков удостоили 17 участников. Пятеро из них выделены в отдельные номинации. Самое сложное, по словам организаторов, мама, папа, я – спортивная семья. По условиям у родителей должно быть два ребенка. Им нужно было не просто сдать нормы ГТО, а показать максимальные результаты. С этой задачей справилась только семья Морецких. И сегодня они всем составом получают заветные значки и принимают поздравления. Готовлюсь, значит, мы летом, детей я тренирую совместно, как бы, а идея, то есть муж тоже занимается так любительским спортом для себя, как бы я участвую в судействе, и как-то пришло, чтобы маленькие дети приходят в садик возраста, и, в принципе, ну, захотелось, чтобы попробовали свои силы. Вот, подготовились, потренировались, выступили, показали результаты. Нашим семьям Анапа пожелала тоже принимать участие в таких мероприятиях спортивных, как мама, папа и я, спортивная семья, вот ГТО, наша страна, одна команда. То есть как бы это интересно, заманчиво и как бы приятно. Уже стартовал зимний фестиваль ГТО. Всех желающих приглашают принять в нем участие. Он завершится в марте. По всем вопросам участия в фестивале жителей города просят обращаться в Управление по физической культуре и спорту. Руслан Душевский, Анапа регион.